Друзья, всем привет! Вы на канале «Галопом по Поляндии», с вами Николай. Давно не виделись, были причины, сейчас буду рассказывать. Друзья, все-таки сбылась мечта, сбылись наши планы. В предыдущих видео я рассказывал, что хотел работать по своей профессии массажистом, но приходилось работать водителем, потому что легализация, в общем, все эти проблемы, короче, не было нормальной возможности работать массажистом самостоятельно. Теперь эта возможность нашлась, поэтому мы на какое-то время пропали, потому что все начинания, как вы понимаете, тем более в другой стране, с другими законами, это непросто. Кабинет свой мы покажем, карту, где находится Руслан Николаевич, здесь вам вставит, чтобы было видно, где это. Центр города, очень удобное место, элитный район, который только строится на побережье, на берегу реки Одра, правильно? Вот, так что теперь я могу всех, кто во Вроцлаве, приглашать, какие особенности есть работы в бьюти-сфере. Если вы мастер, вы хотите работать здесь, там, во Вроцлаве, в Польше, то у вас есть огромное количество возможностей. Например, вы можете арендовать кресло или кабинет и оплачивать просто аренду. Эта аренда может быть на день, неделю, два, пять, сколько угодно. Другая возможность – это оформиться на работодателя, просто прийти работать на какой-то процент, к примеру. Или даже на зарплату, есть и такие варианты. Как лучше оформляться? Оформляться, друзья, лучше, конечно, где-то на стороне. Если у вас есть там карта поляка, то делайте деятельность господарчу, деятельность господарча. Смысла нет делать спулку, потому что там такое налогообложение, что поставит на колени любого мастера, даже самого крутого. Поэтому имеет смысл, может быть, найти кого-то, может, кто-то приятель какой-то может вас на себя оформить, на свою фирму, но работать вы будете самостоятельно. Почему? Потому что если вы будете привязываться к салону, в котором вы работаете, то, как сами понимаете, все документы вы делаете на своего шефа, и тогда шеф может вам какие-то условия диктовать. Повышать аренду беспочвенно, говорить о том, что вы хотели работать 8 часов в день, не 2, слушай, у нас так не получится, работай, пожалуйста, 12 часов. Ты субботу хотел свободную? Не-не-не-не, нельзя, не-не-не, только один выходной, а может быть вообще без выходных и так далее. Если же вы работаете на кого-то, условно говоря, а здесь снимаете только кабинет, кресло или еще чего-то, и вам начинают какие-то предъявы, вы всегда можете сказать: слушай, вдруг, ну, во Вроцлаве такое количество кабинетов, пойду я, наверное, куда-то. Это одно. Второе, очень важно, наверное, каждый мастер знает, что важно клиентуру привязывать не к салону, а к себе. То есть вы заводите с людьми личные отношения, вы стараетесь им быть максимально полезными и решать их проблемы. То есть их проблемы – это ваши проблемы, если вы их решаете, если вы человек, умеющий себя преподнести, общаться с человеком, когда человеку не надо общаться, не общаться, молча работать, очень надо быть в этом отношении чутким, тогда вы привяжете к себе человека. Если вы перейдете с одного кабинета в другой, то он лучше приедет туда, но к вам. И это очень важно. Мы, конечно, сейчас находимся на самом начале этого пути, мы буквально только месяц работаем, открылись и... Собственно говоря, конечно, огромную радость испытываем от того, что теперь на своем месте занимаемся любимым делом, занимаемся любимой работой. Вот. Ну и теперь, не знаю, наверное, будем стараться чаще с вами видеться, чаще делать какие-то полезные ролики. Вот. Так что, ну а дальше смотрите кабинет, смотрите, как мы устроились. Всем пока!